Здравствуйте. Сегодня хочу показать, как происходит лечение боли при ущемлении седалищного нерва. Что нам для этого нужно? Это определить четкую локализацию седалищного нерва. Для этого мы находим, немножко подвижусь, для этого мы находим спина или posterior superior. Ставим точку. Так. Также мы находим трохантер бедренной кости. Затем находим бугор седалищного. Седалищный бугор. Проводим перпендикуляр. Одна третья нашего видения. Обрабатываем поле инъекции. Каждый раз подтягиваем поршень на себя, чтобы избежать попадания в сосуд. Первым этапом производится местное обезболивание. Затем мы используем пункционную иглу, чтобы добраться до крушевидных мышц. Седалищный нерв образуется двумя корешками поясничного отдела и тремя корешками крестцового отдела. После исключения патологии, если можно так сказать, на верхних отделах, на верхних этажах, то есть грыжи дисков поясничного и крестцового отдела, производит блокаду грушевидных мышц. Терпимо, не больно? Нормально. Булочку.